Сижу сейчас, смотрю видосик, и вот мне вышло в рекомендованных, посмотрите видео, неожиданно подарил маме iPhone. И давно я хотела снять видео, попробуй не заплакать. Мне заплакать это просто так легко сделать. Причем не от какой-то трагедии, а именно от радости. Внимание, от радости, когда я вижу, когда кому-то что-то дарят. Например, щенка или какой-то неожиданный подарок, от которого человека разрывает от счастья, я начинаю плакать. Я сентиментальная, короче, до такой степени, что просто жесть. Началось это у меня, когда я забеременела, когда я была беременной Машей, мне вот этот бзик какой-то начался. Я просто плакала по любому поводу. Кто-то обнялся, поцеловался, и у меня уже все, сопли, слезы. У кого-то там еще что-то там произошло хорошее, у меня уже сопли. Короче, это какой-то капец, я ничего не могу с этим сделать. Это просто, ну, жесть. Я не знаю, с чем это. Я раньше такая не была. Но сейчас стоит мне что-то показать, более-менее такое, даже, ну, не слишком, не мега сентиментально. Все, меня разрывает. Я, ну, не могу, короче. И вот сейчас как раз будет момент, когда мама не ожидала. И я думаю, что я опять буду плакать. Я, конечно, не уверена, но что-то мне так кажется. Поэтому я решила включить камеру и это заснять. А вы в комментариях под этим видео накидайте ссылок на какие-то вот такие вот, как я перечислила, видосики там. Причем, неважно, смотрела я это видео раньше или нет, я могу 10 раз одно и то же видео смотреть, которое меня вызывает слезы, и оно будет вызывать у меня слезы. Пофиг, сколько это было раз. Я просто выключаю, 15 минут можно подождать, включить мне его опять, и вуаля, Вика опять плачет. Так что смотрим. Телефон? Такой крутой телефон? Я знаю. Покажи глаза, все покажи. Вот это он плачет. Ты нам глаза показал. Ты же вообще был расфокус. Я буду спокойной, да? Ну да. Такой маленький. Не, короче, не прошло. Не так это было трогательно, как я ожидала. Маша, а ты мне когда телефон подаришь? Так, чтобы еще такого посмотреть. А, угадали с подарком. О. Может, у меня на камеру так не сработает? Не знаю. О, я уже вижу эту картинку. О, нет, сработает. Я это видео смотрела уже много раз. Ну, не много раз. Но я смотрела и потом... Блин, ребята, ну я в шоке из себя, если честно. Тут много таких видео, мне нельзя такое смотреть. Не можно только фотки показывать и уже результат. Вот такое видео какое-то я не смотрела. Родители угадали с подарком. Мой кайф, да? Погнали.
поделать секрет. Что будет, если подарить плохой подарок? Загружается видео автоматически у меня. Вот эта передача. Фух. Да. Вот как-то так. Я не шучу. Вот это серьезно такая фигня происходит. Фильмы какие-нибудь там, не знаю. При том, что я очень скептически отношусь к свадьбам, вот честно, я на свадьбах всегда плачу. Я два раза была разведена, поэтому я как бы не особо верю в браки и так далее, долгосрочные. Это мое мнение. Но каждый раз, когда я у кого-то на свадьбе со своих знакомых, слезы обеспечены. Я не знаю, как вообще Маша будет замуж выходить, и как это я переживу, чем меня там надо будет напоить, накапать мне каких-то транквилизаторов, чтобы просто я этот день пережила. Вот, поэтому, стопудово будет тяжело. Что там еще? Короче, хотите увидеть, как Вика плачет, кидайте ссылки, я соберу и потом как-нибудь забацаю видосик. Не знаю, как это будет. Представляю уже свой красный шнобель. Хотите еще раз проверим? Включаю то же самое видео. Угадали с подарком. Смеяться у меня так не получается с одного и того же, а вот поплакать без проблем. Так что, если вы хотите такое видео, отправляйте ссылочки в комментариях, я их все одобрю, потому что ссылки обычно блокируются, но не в этот раз. И ставьте лайки, если под этим видео наберется много лайков, я сниму такой ролик, обязательно, обещаю. Подписывайся на канал В. Виктория.